Немногим более 20 пожаров тушат сейчас в Югре. Пламя заняло территорию, площадь которой превышает 7,5 тысяч гектаров. 9 пожаров огнеборцы уже взяли в кольцо. На территории округа работают около 450 специалистов, в том числе и из других регионов. За прошедшие сутки потушили 12 очагов. Вертолеты слили на кромку более 330 тонн воды. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры напоминают, продолжают действовать режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. А в Березовске районе еще и режим ЧС. На территории Югры работают в соответствии с планом межрегионального маневрирования 30 человек со Свердловской области, 50 человек с Красноярского края. Задымление, которое мы наблюдаем в населенных пунктах автономного округа, обусловлено действующими пожарами на территории Березовского района.